Oh yeah, all right, cool. Just so you know, Vladimir is from Ukraine. Really successful dude. This is a millionaire right now doing metaphysics. And this is in Moscow and in Ukraine. And you guys are here thinking whether to start or not. Let's listen to the master. Very good. Здравствуйте, с вами Владимир Захаров. И мне часто задают вопрос, как, собственно, работает китайская метафизика и почему она работает. Мой ответ – она активизирует возможности. Те, которых у вас раньше не было, вы начинаете их видеть, вы начинаете их замечать. И если вы хотите, чтобы ваша картинка стала реальностью, как она стала реальностью, и очень многих моих учеников и моих клиентов, люди прошли этот путь в консалтинге, начиная там с новичка, начиная с чайника и заканчивая топовыми консультантами Рунета и не только, вы можете пройти с нами этот путь, и в той мере, в которой вы только позволите самим себе, реализуете свои самые смелые фантазии, какую жизнь вы хотите для себя и своих семей. Мне нравится подача материала Владимира, мне нравится его изложение, мне нравится то, что он использует такую живую речь. Он великолепен, его очень интересно слушать, юмор всегда к месту. Владимир дает очень информацию понятно, то есть он дает самую вкусную, самую полезную информацию, которую я могу применить уже сегодня. То Владимир, это мне изначально кажется такой какой-то недосягаемый, такой загадочный. Ну, такой остался, в принципе, да, но здесь он за 3 дня, вот спасибо ему, что он так вот открылся. Его, конечно, неотразимое чувство юмора всегда нас бодрило и поддерживало. Ему спасибо за это. Непередаваемое ощущение какой-то, знаете, вот радости общения с мастером, с настоящим мастером. То, что ты вживую получаешь от мастера, это многого стоит. Если видишь в людях потенциал, тогда ты постоянно окружен. Мне, честно, мне нравится быть окруженным людьми, которые умнее меня. То есть, сколь это не бьет по самооценке, ты всегда в хорошей компании, всегда растешь.